Этилентерифталат, поливинилхлорид, поликарбонат. У всех этих полимеров температура намного выше, чем может разогнаться вот эта бытовая 3D-ручка. Привет-привет, здравствуй, увлекающийся переработкой или юзанием всеразличного вторичного пластика. Собирать я буду из всякого хлама, например, вот из этих старых видеокарт. Также подойдет вот этот серверный блок питания. Ну и за основу я возьму вот эту убитую паяльную станцию. Я за него уже рассказывал в прошлом видео. Не помните? Давайте напомню. Проснулся я от сильного задымления в квартире. Поверьте, у меня не маленькая квартира, трешка. И всему виной был вот этот паяльный китайский фен, сука. На нем сработал геркон, и он не отключился. И всю ночь проработал. Чуть не загорелся. Так что всегда следите за этой китайской шнягой. И обязательно имейте вот такое противопожарное средство в качестве огнетушителя углекислотного. А может быть, даже и получится скреплять ПЭТ-пластины, как термокарандашом, например. Ну, за основу электронику я возьму, конечно, вот этот блок. Сейчас разберу и посмотрю, можно ли его использовать вообще. Да, конечно, нагревательный блок серьезно пострадал. Просто поражаюсь, как все это безобразие не вспыхнуло. Большинство частей придется выкинуть. В данном нагревательном блоке меня интересует термопара и, собственно, сам вентилятор. Вот она, вроде жива. Термопара – это устройство пары проводников из разных металлов. Не путайте с термосопротивлением. В данном приборе не изменяется сопротивление, а получаем небольшую ЭДС между противоположными контактами. А вот турбину, к сожалению, заклинило. Эх, жаль, тоже хотел использовать этот предмет 3D-ручки. Вскрою, скажем так, командный модуль этой пиротехнической паяльной станции, чтобы отключить переменное напряжение 220 вольт, которое подается на нагреваемую спираль. По этим проводам у меня пойдет 12 вольт от внешнего блока питания. Ну а 220 будет включать и выключать этот блок в зависимости от выставленной температуры. Надо проверить термопару. Работает ли вообще? Здесь индикатор, точка в левом нижнем углу. При ее отсутствии напряжение на нагреваемую спираль прекращается, тем самым сигнализирует о том, что выставленная температура набрана. Попробую сделать корпус вот из этих старых видеокарт. Ну а что, текстолит вроде термостойки. Вот так уже никому не нужна электроника может переродиться в что-то новое и полезное. Я считаю, это тоже вторичной переработкой. Строительный фен с легкостью сдул уже никому не нужные СНД-компоненты. Хотя, если произвести афинаж, то можно получить мизерную дозу драгоценных металлов. Скреплю два текстолитовых куска, чтобы выпиленные планки получились идентичными, даже если я буду пилить неровно по линии. Удерживающие задние направляющие от видеокарт я, конечно же, тоже пущу в дело, но не пропадает же такому добру. Тем более по ширине они мне подошли как раз, плюс металл, из чего они сделаны, имеет небольшую теплопроводимость, в отличие от алюминия, из которого я хотел сделать крепление. Концевик или микровыключатель, кто как называет, я взял из разобранных на запчасти микроволновых печей. Помните, видео у меня было, как отремонтировать и заработать на микроволновках. Подсказка на видео должна быть сверху. Да, все топорненько получается, но я же не собираюсь выставляться на ВДНХ. Все это я собираю только для себя, экспериментально. Не знаю, конечно, как движок закрепить. Эх, как бы этого не хотел. Придется печатать. Да, большинство деталюшек я печатаю именно на этом малыше. Но думаю, что скоро компания King Room пришлет мне новую, более интересную модель. Жду не дождусь. Дорабатывать приходится, скажем так, на полуфабрикате. Но невозможно в самоделках все рассчитать. Теперь нужно как-то решить вопрос с термопарой. Как видите, вместе с пайки материалов нет никакой изолирующей поверхности. Не будет ли она замыкать на корпус нагревательного блока? Я никогда не работал с плавлением стекла. Идея такая: взять индикаторные трубки от ВПХР, в них еще имеются мини-ампулы, и попробовать кончик этой ампулы заплавить на термопару путем нагревания на газовой горелке.
Ну, в общем-то, вот что из этого получилось. Теперь зарисую цветовую маркировку проводов, что куда идет, на всякий случай. И займусь регулировкой скорости подачи филамента. Хочу, чтобы регулировалось от управляющего блока паяльной станции. Но напряжение там непозволительно большое для моего маленького движка. Так что поставлю этот китайский DC-DC модуль. Что-то я затупил с этими DC-DC LM2506. Спаяю-ка я пару советских шабашечек. Но, к сожалению, такой модуль мне не подошел. Оказывается, что регулировка турбины в пределах от 10 до 28 вольт. Все эти каракули, которые я нарисовал, думаю, не нужно вам объяснять. Весь смысл в том, что я хочу добиться пропорциональной регулировки напряжения. То есть, если на входе увеличивается или уменьшается напряжение, то, соответственно, и на выходе будет то же самое. Печка этого фена работала от переменного напряжения 220 вольт. Ну мне же нужно зацепить 12-вольтовый нагреватель. Воспользуюсь вот этим серверным блоком питания. EFRP300. Говорят циферки о чем-нибудь, нет? Вроде все погуглил, нашел распиновку выходов, зацепил все как надо. Но почему-то блок питания так и не стартанул, хотя вентилятор дергается. Может быть, сам БП неисправен. Что-то отказался серверный блок питания работать. Ну да ладно, нет времени. Воспользуюсь пока вот этим. Давайте уже собирать ручку. Выведу импровизированную розетку 220 вольт для автономного блока питания, который будет греть 12-вольтовую печку. Думаю, что суть всей этой махинации вам ясна. Но если нет, спрашивай буковками под видео, всегда отвечу. Сопло я поставил диаметром 1,2 мм. Я не знаю, какой диаметр соплей выдает заводская 3D ручка. Внутренний диаметр термотрубки, которую я буду использовать, 3 мм. Но заходящий прут будет стандартным 1,75, пусть будет посвободней. Термопару я решил прикрепить на термоусадку, предварительно прижав к нагревательному блоку. Конечно, это ненадежный термоконтакт, но пока так. Думаю, что в будущем нужно собирать отдельный блок управления уже с более надежным термосопротивлением. В общем-то, вот такое изделие получилось. Как теперь женить все эти провода? Тоже задача. Конечно же, я оставил еще и резервные провода. Все-таки надеюсь, что будет модернизация этого аппарата, где плюс ко всему будет еще стоять обдув, подсветка и кнопка реверса. Ну, в общем-то, вот такая шляпка получилась. Осталось добавить только питание на печку. Добавлю еще сигнализирующие светодиоды, чтобы было видно, когда идет нагрев. Я еще раз повторяю, это временная управляющая конструкция. Все-таки блок управления планируется собрать на Arduino. В конце скажу по этому поводу. А, горячая. Работает вся эта канитель. Теперь осталось только отстроить температуру с помощью тестера. В управляющем блоке есть подстроечный резистор. Приблизительно сравняю температуры и, может быть, уже попробую что-нибудь засунуть в нагревательно подающий механизм 3D ручки. Временно примотаю дополнительный монитор, которым послужит вот этот замечательный тестер. Давайте уже попробую поликарбонат, сделанный из автомобильных фар. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I... Что-то мне подсказывает, что диаметр 1,2 мм, но это очень много для 3D ручки. Как ты думаешь, а эта ручка вообще рисует PET пластиком? Ведь температуру я могу разогнать до 300 градусов. Вот по этому счетчику подписок я определю, а стоит ли на следующей неделе вообще выпускать серию по тесту этой ручки,
ПЭТ и другими вторичными материалами. Тебе интересно? Ну тогда подпишись и нажми колокольчик, или что там жмут, я не знаю, чтобы оповещение приходило. Да, если тебе интересно, скажем так, снять со мной на пару видео, то ты с легкостью можешь это сделать. Ты можешь собрать электронную часть для этой ручки на лампах или на Ардуино. Да неважно. Конечно же, снимай это видео, после чего я смонтирую, и мы совместно выпустим интересный видос. Ну я с вами не прощаюсь. Главное, не болейте. И храни тебя Господь. До встречи. Еще раз хочу сказать ребятам огромное спасибо, кто подкинул мне донат для закупки хохоряшек для будущих экспериментов. Знаете, щедрость всегда возвращается в 10-кратном размере.